Одинцовские школьники поздравили сотрудников госавтоинспекции с Днем образования подразделений пропаганды безопасности дорожного движения. В условиях режима самоизоляции ребята творчески подошли к поздравлению и даже находясь дома сумели собрать букет из пожеланий в адрес службы. Свой сюрприз они отправили по электронной почте. Госавтоинспекторы поблагодарили ребят за проявленное внимание и поздравили их с окончанием учебного года.